Всем привет! На прямом прошлом эфире мы плели вот такую корзинку с послойным плетением. Второй эфир сделать не получилось, поэтому показываю вам в роликах. Мы будем заканчивать послойное плетение красиво. Смотрите, вот такое вот у нас было. Вот такой вот ежик. Теперь мы будем его заканчивать. Буду заканчивать не так, как обычно. Я сидела, мудрила долго, думала и решила вот сделать вот так. Берем в любом месте и загибаем наши трубочки одна за другую. И заводим ее назад внутрь. Теперь следующую мы также берем, заводим внутрь, а эту за следующую трубочку. Таким образом мы заводим все наши трубочки во внутреннюю часть. После чего мы их там потом обрежем. Все очень легко и просто. И довольно-таки симпатично получается, и не надо ничего мудрить. Так мы проходимся по кругу и получаем очень красивый результат. После чего я проплела потом веревочкой из трех два ряда и сделала загибку. Загибку я покажу в следующем ролике, чтобы вам было легче смотреть. После того, как мы проделали эту по кругу, теперь мы будем заканчивать. Последний наш виточек мы должны загнать под последнее начало, где мы начинали. Отверстие отверточкой проделали, чтобы легче было. И туда проводим наши последние трубочки. И также их во внутреннюю часть. Одну и вторую. Дайте подсохнуть изделию, а потом только обрезайте трубочки ненужные. Обрезаем под самый корешок, чтобы ничего у нас не торчало. Все ровненько поправляем и получаем вот такую вот красоту. После чего мы можем, в принципе, или подставить новые трубочки, или воспользоваться старыми. Беру там, где самые длинные трубочки у нас были, и 3 штучки вывожу наружу, для того, чтобы сплести веревочку из 3. Можно также, как я сказала, просто подставить новые трубочки и ими начать плести, а эти все пообрезать. Проплетаю 2 ряда, как я и говорила. Сначала один, потом второй я уже покажу в следующем ролике вместе с загибкой. И получаем, сейчас посмотрите. Проплела я вот по кругу. Довольно-таки симпатично, я думаю, получилось. А вы не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. И всем творческих успехов! Увидимся в новых роликах!